Всем привет, с вами Филипп, и мы продолжаем играть в Амнезию, в эту страшную игрушечку. Ну, там есть немножко страшного, видели его в прошлой серии, блин, шук надоел мне. Какие-то звуки издают, я так же таки могу. Давай. Так, ну тут ни хера ничего нету. О, записка. Как я ее мог пропустить? 16 мая 1839 года. Тем вечером в песке мы... Завтра я поведу людей... Кто успел, тот прочитал. Я не хочу это читать, слушать его, это нудно. Медленно, так, закрой дверь. Чё ж ты всегда открываешь? Это медленно читание его. Это сложно, очень сложно. Признаться, по-моему, так, всё, фигня, помню. Так, зажгём свет. Нам плохие. Сколько у нас там? Ой, головная боль у нас еще есть. Так, так, тут сохронка нету, нету. Так. Ну, мне писали, что сохронка тут не важна, вы можете выйти, вот. Сохранение и выход. Тут не очень страшно. Угу. Никого? Так, тут еще у нас свечка, не будем зажигать. Тут и так и свет. Так, 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 так. Вот откуда мы пришли, давайте туда сходим. Так, тут так ты дверь не закрывай. Всегда надо закрывать. Наглешь же полный. Так, а ты трубашки, фигня. Ничего. Сейчас там записку вижу. Ничего. 17 мая. Сегодня я с несколькими... Меня удивило, что про... Я был в ловушке. Да, чувак, ты был в ловушке, что я понял в этом рассказе. Так, тут потайной ход. Смотри, как стоят красиво. А, нет, там нет ничего. И там нихера. Ну, пойдем сюда. Так. Так, блин, там выхода нет, значит, другой путь. Пойдем, значит, туда, так, в эту сторону. Так, немножко откроем. Так, кабинет переводчик нам. Так, свет не будем, тут есть свет. Так, картинка какая-то. Война. Спарты. Так, еще одна картина. Древний Рим, да? Какого хрена? Так, что за дела? Может, я хочу поиграть, ты что закрываешь? Ты кто разрешал закрывать? Может, я играть хочу? Наглый. Так. Тут света нифига нету. Мы зажгём вот это давать. Вот какая-то. Хоть половина-то зажглась. Старинные книги. Твою мать, ты закрой ты. Если ты плохие, то закрой. Так, тут что-то есть. У нас что еще? Кровь пульсирует в голове. Руки чешутся. Да ты чё? Чё, весь обкакался, да? Масло и прочее. Ну, нам пока не нужно так прям масло. Давайте пополним его. Радиоудовольствием еще не пользовались. Какого? Я слышал такой звук. Чё, страшный такой был. Так, это что у нас? Ай, твою мать. Призрак на свободе. Я чей-то прах разбил нечаянно. Но главное, за мной может не будет... А, так, мы тут были. Что я уже... Главное, чтобы за нами сейчас призрак... Этого прах не съедил. Заперто не открывается, а может я открою? Давай с ноги хубу. Не будет открыто, че ты? Никого? Прихвати с собой палочку. Ну как хочешь. Твою мать. Какой-то звук сейчас был. Какой-то звук. Алло? Так, там дверь открыта.
Либо это эти жуки такие звук издают. Ты не нахер уже. Ставлю тебя. Наглый, блин. Так, опять пианино. Давайте вот тут зажжем свет. О, круто. Бумажка, фигня. Тысяча бумажек. Но там склад бумажек, я вижу, вот. Тик-тик-тик-тик-тик, ничего тут так. Опять воспоминания. Большая часть замка слишком древняя, не обслуживалась веками. Когда придет день, все может обрушиться. Мы ведь пытаемся выиграть время. Сделаем все, что сможем. С темницами мы ничего сделать не сможем. Но нужно укрепить слабые балки. Земля задрожит, и все может рухнуть на нас, особенно в нижних помещениях. Здесь и здесь. Пусть слуги принимаются за работу. Все. Давай. А то надоел этот оранжевый цвет. Твою мать, что такое? Это что, тут обрушилось, что ли? Я вижу, мать, что камень можно взять? Ух, давай, доламывайся. Так. Записочка. Ты что, приседаешь? Давай. А ты что, хочешь спать, что ли? 1839 год. Мне показалось, что я колотил по камню целую вечность, пока не отчаялся. Я был заперт. Задыхаясь, я рухнул на пол и попытался собраться. Вдруг я заметил слабый синий свет. Я с трудом передвигал ногами, но заставил себя идти к этому завораживающему свету. Он не спешил гаснуть. В темноте я чувствовал его притяжение. Я потянулся к свету, но он выскользнул из пальцев и ярко вспыхнул, унося меня прочь. Что за фигня? Были странные видения. Я видел спиральные башни, бесконечные пустыни и невозможную архитектуру. Следующее, что я помню, это скрежет камня и голоса арабов, которые вытаскивали меня из усыпальницы. В руках я сжимал осколки странной реликвии. Так, чувак, да ты плохеет сильнее. Зажги свет тогда. У нас их 15, да зажигай сколько хочешь. Ну, сколько хочешь, 15. Так, книжка, валяйся тут. Так, ну я тут все проверил. Так, тут дырочка, можно позыркать. Крупкая стена, но руками ее не сломать. Эй, книжка, давай, помогай. Твою мать, помогай, сказал. Можно и камнем сломать, я вот брал только что камень, ну давай книжкой. Знаешь, камень? Так, тут камень есть, давай, бери его. Давай. На! Как круто ты сломал. Действуй быстро. Когда задействуешь первую, услышишь этот звук. Если он прекратится, придется начать сначала. А это не слишком? Нельзя пренебрегать осторожностью. Так, опять какие-то воспоминания. Так. Так, в зале местной истории есть какая-то потайная дверь. Сюда посмотрим, что есть. Смешать ли получается некислоты, химические ингредиенты, клипы. Найти ключ. Какая-то артемия спрятает заход. Ничего хорошего. Так, что за книжка? А, нам вот что говорили. Тайный ход надо открыть. Так, быстро, что там, давай быстрее ищем. Думать, да? О, я успел. Они были белыми такими книжками. Ого, круто, я успел. Этот я успел, давай еще этот. Что там за книжка?
Так, можно вертеть. Так, давай. Фигня полная. Так, записка. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Все прочитал. Так. Надо в свет, Так. Вот такое чувство, как будто... Так, дверь заперта. Мы возвращаемся назад. Нет? Нет? Так, вот ключ. Винул, убил. Нахер. Нахер. Иди в жопу. Не зря ж такой звук издан. Это же страшно. Алло. Первый. Меня слышно, они. Так, мы еще не все проверили, чтобы идти. Главное, чтобы он не стоял сзади нас. Так, не хочется оборачиваться. Но это придется делать. Так, никого. Очень страшно. Ну что, мы взяли ключ, можно назад идти. Я так понял. Твою нахуй! Там он был. И уж мать. Походу меня не слышал. Твою ж мать. Он же там есть сейчас. Нахер, блин, ну зачем надо было играть в эту игру? Где ты? Так, я слышу его звук. Давай, выходи, подлый трус. Меня хрен напугаешь, давай. Может, ты тут? Давай, бу-бу-бу, нет? Так, открывайся. Ну, не хочешь, как хочешь. Ему устал песок, он рухнул с верблюда, ощутил, как ветер обдувает лицо и потрескивающийся. А, твою мать! Чё за херня? Это чё за херня сейчас меня цапнул? Извращенка. Так. Винный погреб. А чё у нас там говорили, перенеси на винный погреб? Химические ингредиенты. Так, надо найти 4 химических ингредиента. Чтоб походу разорвать вот эту херню красную. Используйте ключ. Да на нахер. Нравится? Вот, использую. Это Тимхин ждет. Такой безумный бригадир. Помните, что находитесь в темноте, вы попрячете? Да, помню. Блин. Ничего себе, какой у нас голос, когда мы пьяны. Так, я сразу эти бочонки не заметил. Может, тут что-то есть? Да, двигай. Я знаю, что бывает всегда в углу что-то лежит. Давай. Мы подняли какой-то куприт, банка куприт. Вот, походу, одно химическое. Херня какая-то химическая. Какого хрена? Куда она исчезла? О, а я вижу капельки. Да-да-да, вот капельки нам показывают. Надо 4, так надо искать капельки, можно по 4 узнать. Так, а дверь открыта. Так, твою налево, иди нахер. Если враг близко, не подойти его в поле зрения. Включим. Закроем. Включим. Так, иди нафиг, тут ничего нету. Ну тут я не вижу капелек, значит тут нету. Какая-то баночка. Настойка. Твою мать. Иди нахер. Так. Какая-то фигня произошла. Вы на грани безумия. Постарайтесь находиться на свету и продвигаться вперед.
Так, чуваком плохо, очень плохо. Мышка начала очень сильно дергаться. Блин, дергайся, нормально. Рассудок уже даже совсем ничего не написано. Тебе сейчас плохо так станет, блин. Нет, мышка, у меня все нормально. Почему такое? Лови, 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 лови. О. Блин. Рассудок. Так, нам плохие, плохие. Нам все плохо и плохо. Ладно. Что тебя кружит так? Я ничего не вижу. Ты нахер. Ты тоже нахер. Так, я что-то заметил. Давай, бери. Да ёлки. Что ж с тобой случилось? Так, я вижу пятна, вот она. Так, сколько у нас там? Много масла еще. Когда ж тебя перестанет так крутить? Блин, у меня уже мышка не выдержит, ёлки-палки. Так, мы по этому ходу прошли, да. Так, у нас еще 4 двери. Ой, блин, что я сказал, 2 двери. Запутался, ну давай, жди. Жди, братан. Нифига, все равно не видно. Так, 15 трудниц. Ты задолбал, что так. Нафиг, блин, я сейчас просто мышку уменьшу. Все, прям на ноль. Нет, не надо было так. Ну хоть так. А то, блин, мышку он вертит сам, это уже бесит. Так, теперь её. Так, я вижу капли, они ведут. Так, а вот оно. Что за фигня? Молодец. Прям по башке. Да, еще лучше рассудок понизился, да? Нам не хватает. Так, это я понял, что двигать. Это кто-то постучался или это я так случайно палочку выдвинул? Так, бери камень, тащи его. Так, когда держишь предмет в руках, щелкнуть по камню, чтобы силой толкнуть его. Давай, толкай. Блин, ну так и дергает, меня это уже бесит. Может, тебе надо было это выпить, по-моему? Но твой рассудок лучше не становится. Так, а у нас стопы. Комментарий курсор. А если я выберу простой? Так, простой. Так, тебе походу лучше стало? Просто уже так и так вертишь мышку. Так, тут мы были, вот тут мы еще не были. Нахер, нахер, нахер. Иди сюда, камнем получше. Он даже поднять его не может. Там он ходит, слышно его цепи. А, вот, теперь понял, почему по умолчанию я не вижу руки.
тихо, никого. Тихо, так что тут ничего. Ничего, ничего. Зажги. Так. Что происходит? О, моя грудь! Смиритесь. Живых именам отсюда не выбраться. Что ты несешь? Александр, ты подлый ублюдок! Выпусти нас! Так, что-то произошло. Но я нашел последний ингредиент. Я в здоровом уме сразу же. Легко и просто. Оп, поймал. Так, ну тут на куски разорвало дружка, походу. Нашего Даниэля. Да? Так, еще неплохо тебе. Да не, в наш здоровом уме. Пойдем от... Так. Не обращать Макс на улице требовало его внимания. Он распахнул старые французские солдаты, открыли огонь по двум парням, которые отбивались от военных. Воздух наполнился дымом, голоса парней стихли. Да не надо же, не надо, блин. Все плохо и плохо. Может, можно это? Так, тебе какой станок нужен? Так, необходимо соответствующее оборудование для приготовления. Так, давайте это оборудование найдем в следующей серии. Так, полагаю. Ладно, всем пока, с вами был Филипп, мы играли в Амнезию. Это очень прикольненькая игрушечка, страшно очень. Ладно, подписывайтесь, ставьте лайки.